Смотрите программу о бездомных животных «Хочу домой» 29 октября в 18:15 на телеканале «Самара ИС». Вы увидите репортаж с выставки «Лучший друг», где были представлены беспородные собаки и кошки, нуждающиеся в новых владельцах. Новые видеовизитки о собаках, которые ищут новый дом, и ответственных владельцев. Беседуем в студии с одним из руководителей Центра реабилитации временно бездомных животных «Флагман Вет» Инной Тарасенко. Не пропустите программу «Хочу домой» на телеканале «Самара ИС» в пятницу в 18:15.